Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы стороны сотрудничали с Кофи Аннаном, с его представителями и с миссией наблюдателей ООН. К сожалению, те государства, которые имеют большее, чем мы, влияние на оппозицию, особенно на непримиримую оппозицию, не поступают таким же образом и даже иногда подстрекают вооруженные группы к тому, чтобы они не шли ни на какие компромиссы, не шли ни на какие договоренности и продолжали подрывную деятельность в расчете на то, что правительственные силы будут реагировать неадекватно и что круг насилия в итоге приведет к необходимости внешнего вмешательства. Это неприемлемо, и Совет Безопасности ООН санкций на подобные сценарии не даст. По крайней мере, некоторые из наших партнеров делают практические вещи, направленные на то, чтобы ситуацию взорвать в прямом и в переносном смысле. Я имею в виду и те взрывы, о которых вы упомянули. Мы не на стороне тех, кто действует в отношении Сирии по принципу «чем хуже, тем лучше». Наша позиция, наша приверженность исключительно мирному урегулированию кризиса через диалог с участием всех сирийских сторон остается неизменной. Есть люди, которые хотят оказывать на нас давление, чтобы эту позицию изменить. Мы этому давлению не поддадимся. Решение и резолюции Совбеза ООН о поддержке предложения, а также шестипункт предложения Кофи Аннана о урегулировании ситуации в Сирии, а также направлении в эту страну, миссию наблюдателей.